Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Притча называется «Сокол». Однажды королю преподнесли птенца сокола. Королевский ловчий выкормил и вырастил птицу, но никак не мог научить ее летать. Сокол отказывался покидать ветку дерева, куда его посадили, когда он был еще птенцом. Король из окна дворца часто наблюдал, как его ловчий тренировал охотничьих птиц, орлов, коршунов, других соколов, но этот всегда продолжал сидеть на своей ветке. Ловчий пожаловался королю, что ничего не может поделать с соколом, что даже пищу для него приходится носить к дереву и поднимать к ветке. Король разослал гонцов с просьбой о помощи. Проснувшись на следующее утро, увидел летающего над садами сокола. «Приведи ко мне автора этого чуда», – приказал король. К нему привели простого крестьянина. «Расскажи, как заставил его полететь? Ты что, маг?» – спросил король. Крестьянин счастливо улыбался от того, что мог порадовать своего короля. «Это было не так сложно, ваше величество. Я просто спилил ветку, на которой сидел ваш сокол, после чего он понял, что у него есть крылья, и полетел». Так и среди людей. Некоторые из нас сидят на ветках, потому что просто не знают, что у них есть крылья. Некоторым события жизни ломают ветку надежности и привычек. И тогда они узнают, что могут летать. У некоторых есть все, и они не хотят летать, рискуя потерять место. Может, даже необходимо, чтобы кто-нибудь спилил эту ветку, чтобы мы попробовали полетать хоть раз в жизни. Иногда неожиданные события, которые кажутся очень плохими в начале, оборачиваются возможностью взлететь. Может, полетаем? Ну, вот такая притча, она называется «Сокол». Пока-пока, до свидания.